Всем привет! Сегодня у нас будет очередной обзор на Остров Судьбы. Сегодня мы будем делать обзор на героев 12-12, которых я тоже уже всех на этом острове прокачал. Это будет Бесплодные пески. Тут находятся довольно-таки имбовые герои, такие как Тесса, Бочка. Бочку вы уже видели, 12-12, Рино, Анубис, Смерть и Фараон. Так, ну что, давайте по порядку. Расскажу вам, как себя герои показывают и где их возможно применять. Так, давайте посмотрим, что у нас будет меняться в них. А потом потестим. Так, Тесса. На 10 уровне ограничивает получаемый урон героям до 2000 за удар, увеличивает скорость атаки на 275% на 10 секунд, кулдаун 12 секунд. Также каждый раз дополнительно герой запускает железный кулак, который наносит 270% от атаки, то есть это доп. Удар. Что могу сказать, герой реально крутой, очень хорошо заходит на архидемоне, поэтому под архидемона с отражением есть смысл качать. На 11, как видите, у нас урон также 2000, скорость атаки 275, но у нас увеличивается атака на 15% и шанс крит атаки на 20% на 10 секунд, это очень круто. Разница очень большая. А на 12, как видите, атака на 30%, а критическая атака на 35%. Покажу, посмотрите, реально очень кайфово смотрится герой на 12 скилле. Так, дальше. Анубис однозначно да, потому что это подземки, это по локации, это дефы, атаки. В общем, везде, поэтому смысл есть качать. У нас на 11 растет урон, увеличивается снижение атаки плюс 2%. Все остальное, как видите, нет. Также у нас меняется урон по всем врагам, вместо 10 уже 11%. На 12 12% идет, плюс добавился еще процентуальный урон. 100 цели таки остается, снижение атаки на 47%, плюс 3%. Стоит качать однозначно. Обзор уже на него был. Так, дальше. Кто там у нас следующий? Так, чтобы никого не пропустить. Смерть. Смерть тоже обзор был, видели. Увеличение плюс 2 юнита на 12, также увеличение урона на 55%. Ну и увеличение восстановления с 15 на 22. Урона очень много. Реально есть смысл качать, если у вас там нету того же самого Анубиса на подземочке. Очень достойно смотрится в паре с Валькой. Тоже тесты уже показывал вам. Так, Фараон. Десятка окружает Фараона. Песчаные бури на 6 секунд нанося 300% урона, вергая любого противника в радиусе бури в кому на 1 секунду. На 11 имеет шанс нанести 330 урона и оглушить и увеличить на 6% урон получаем попавшему песчаной бурю противника на 1-2 секунды. То есть увеличивается еще дополнительно. Время на 0,2. И на 12
360 плюс 10% урона получаемого тех, которые попали. То есть, в принципе, интересно, но герой нигде не используется. Но мы прокачаем и протестим. Так, и кто там у нас еще? То я уже забыл. Уже давно сюда не заходил. Так, фараон смерть. Ну, бочка. В принципе, все. Бочку я вам уже показывал. Ну, конечно, раньше когда-то гарнизонные герои были интересные. Сейчас они вообще бесполезные везде. Поэтому там даже обзора на бочку смысла нету делать. Потому что, ну, ее стрелок просто сносит. Вот такая вот бочечка. На 12-м у вас дополнительно включается понижение урона до 20 тысяч на 6 секунд. То есть фактически режет просто урон до 20 тысяч. Но, как видите, у нее жизни не особо много, поэтому там она долго не живет. Единственное, что ей еще добавилось атрибутами судьбы дополнительно статы, поэтому она реально смотрится мощной, но далеко не то. Так, видите, в два раза почти больше, чем основные базовые статы. Ну что, поехали потестируем некоторых героев. Так, кто там у нас первый будет? Смерть. Давайте сразу ремочку поставим. В топорик. Смотрите на урон по героям. Фактически один залп и половины героев уже нет. Сейчас будет второй. Единственное, надо быстро заряжаться. Она очень медленная. Но скорость атаки у нее приличная. Стана тоже боится. Сейчас она вас шатнет. Если, конечно, успеет. Не, сейчас ее сольют. Ну, что могу сказать. Обзор делал. Герой очень хороший, очень понравилась на подземках, поэтому если есть желание, можете смело на нее тратить. Думаю, даже в восьмых следующих кошмарках она очень хорошо поможет. Вот видите, 450 тысяч хранителю прилетело, как и всем остальным. Скорость атаки неплохая. Так, смотрим. Сейчас она сама себя ушатает. Так, хорошо. С бочкой. Со смертью мы разобрались. Следующий у нас кто будет? А следующим у нас будет... Ну, где же вы все? Вот такая вот Тесса с богом войны. Артефакт сейчас мы поставим. Вот так вот. Ну, тут, думаю, вам и так все понятно будет. Тут на 12 уровне просто жестко она будет сносить все. Смотрите на забор. 160 тысяч, то есть это вообще без проблем все. Ну, тут, понятно, сливается она очень быстро. В таком комплекте. Так, где там она? Сейчас попробуем где-то рядом возле героев запустить. Ну давай, бей. Ну, стрелок даст зарядиться или нет?
их выпустил. Ну, герой очень хорош. Качать есть смысл. Так, 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 так. Побежали. Давайте где-то здесь пустим. Ну, без вариантов. Некрос снимает. Тут ничего не сделаешь. Потестируем ее. Отдельно потом так. Ну, как видите, урон от кулака, зона действия где-то 3 клетки. Не, не вариант. В общем, под архидемона есть смысл качать. В PvP локации, такие как забытые, тоже смысл есть. Так. Анубис. Ну, тут однозначно, я думаю, вы уже и так все видели, что он делает, что он может. Давайте Римку сразу оденем. Вот у него урон там 260 тысяч, да, критом идет. Ну, он процентуально здоровье отнимает очень немерено, плюс оживает. Ну, тут вообще уклонение куча, реально стоит качать. Если на PvP, тем более локации. 12-ку однозначно можно качать. Так, ладно, давайте еще где-то его выпустим. Называется, его выпустим, выпустил Рину. Ну, как видите, Рину тащит. Так, ладненько. Не будем затягивать видос. Побежали дальше. А то скоро пора спать. Так, 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 так. Ну, следующий Рину. Вот он спокойно против стрелка может стоять без проблем. 12-й скилл. Реально стоящий. Ай, завтыкал, не показал вам, что Рину дает. Всех показал, а Рину забыл. Как я мог? Так, Рину. Десятка перевоплощения, 210 атаки, каждых 0,5 секунд в течение 12 во время перевоплощения наносит урон равный 1500. Атаки по прилегающей территории в течение 3 секунд, 50% на снижение энергии на 50. Увеличивается у нас здесь здоровье. Ну, здоровье, там атака, все за счет атрибутов. Также увеличивает урон от атаки с 210 до 260 плюс 50%, это немало. Также увеличение процентуального урона на 180%. И имеет шанс убрать 60 энергии. Не 50, а уже 60. Ну, а смотрится он реально кайфово. Сейчас покажу. Так, откуда зайти? Ну, тут Фрай, наверное, нас сольет сейчас, но попробуем ради интереса. Сможет или не сможет. Ну, как видите, Фрейя стрелок. Нереально просто. Так, что тут у нас Дрейк? Ну, тут будет поинтересней.
Так, ломаем забор. Вот Рино стоит против стрелка Дрейка, он их послевал. Сам даже не просил ни разу. Ну, реально герой очень хорош при прокачке на 12. Давай, Гаргул, попробуй что-то сделать с хранителем. Вот так вот, без проблем. Осталась только одна тень от хранителя. Ну, Купидон и Малышник. Тут уже явно ничего не сделает. Так, ну что у нас там еще остался? Фараончик и бочка, да? Ну, бочку я вам уже обзор делал. Фараон. Сейчас мы прокачаем фараончика и уже отдельно его протестируем. Так. Или уже отдельно протестируем. Давайте, в общем, посмотрим, что с этого острова бесплодных песков стоит качать. Тесса однозначно да. Для архидемона PvP локации. Рина, да, офигенный. Анубис, офигенный. Смерть, если нет у вас там Анубиса, и вы хотите пройти подземочки, смысл есть. Фараона мы затестим. Расскажу, что и как, пока у меня его на аккаунте нет, и ничего сказать вам не могу. Все, в принципе, такой вот видосик, обзор очередного острова. Пишите в комментах, на каких героев сделать вам обзор, с какими талантами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, качайтесь, качайте силу. Всем пока.